Здравствуйте. Меня зовут Владимир Герчиков. Я снимаю много лет документальное кино. 20 лет назад я начал снимать сериал, который назывался «Кучугуры и окрестности». Это была история одного села, история 90-х годов глазами русских крестьян. Моих героев показывало российское телевидение, и у них были миллионы поклонников. И до сих пор мне пишут письма, звонят и спрашивают, где можно их увидеть. Я бы с радостью выложил в интернет те почти 40 серий, которые удалось снять. Но, к сожалению, сыпется пленка, снималось это все по старым техническим стандартам. И для того, чтобы восстановить хотя бы часть серий, нужны деньги. Нужна реставрация всего сериала. Я обращаюсь к тем, кто помнит моих героев и любит, с просьбой о помощи. Я надеюсь восстановить 15 серий. Но для начала давайте попробуем хотя бы 3 серии вернуть зрителям. Все подробности вашего возможного участия смотрите на сайте Planeta.ru.